Друзья, всем привет! Сегодня мы еще немножко позже пришли. Хочу вам показать. Вон они. Отдыхают. Возле лампочки. Да заходи в дверь. В дверь заходи, в калитку. Некоторые на этом уже не ставлю им сюда этого. Ни воду, ни кормежку. Там чисто они отдыхают и ночуют. А корм здесь и вода тоже здесь. Вы видите, еще получается два штуки гуляют. Ну, они сейчас позаходят все. Водичку я им поменял уже. Вот одна стоит здесь, одна стоит там. И сейчас насыпаем корма. Корм обыкновенная дробленка, друзья. Я уже показывал 100 раз. Пшеница, ячмень, кукуруза. И горох. Вот так. Ну, даже если чуть-чуть рассыпется, ничего страшного, они подберут. Сюда до них вообще никто не залетает за счет сетки. Ее даже и не видно. Володька, тем более, тут рядом охраняет их. Хворь лютая такая, друзья, что-то нас не отпускает с Катей. Сегодня уже будем делать компресс. Сейчас закрою. Все, вот здесь водичку поменяли, утром то же самое. Ну, они же встанут, солнце выйдет в 4 часа, а эти уже будут ходить гулять. Так, что тут у нас? Здесь индюки. Да, видите, друзья, вот раз, каждый день, я же говорю, меняем. Видите, до утра им этого предостаточно. На лапки ничего не налипает. Вчера поставил им красный кирпич. Они так испугались его. Сидели там. Ну, сейчас, естественно, поменяем водичку, корм. Оп-оп-оп, летают. И надо, наверное, я думаю, сейчас лампочку поднять чуть-чуть выше. Они уже, гляньте, какие большие. Опа, уже хотят выпрыгнуть. Ладно, пойдемте сейчас сюда. Володя, гляньте, с тарелкой ждет. Сейчас, Володенька, подожди еще чуть-чуть, потому что хворь лютая. Так, коты ждут. Клац, клац. Все ждут. Так, зайка. Мы вышли когда с квартиры сегодня, ну вот только что вечером, Катя говорит, так хорошо, а я оделся в штаны, одел, Катя, видите, как оделась, говорит, я бы сейчас на улице посидела, на улице хорошо. Мне когда я одеваюсь сильно, мне хуже. Хуже, да. Ну а я, видите, я тоже потею, ну уже оделся, и штаны одел, и кофту, ну ничего. Так, сегодня я... днем намолол. О, видите? Маркиз самый умный. Иди. Маркиз, давай, молочко. Маркиз, молочко. А не, тоже пошел сюда. Корма им немножечко принесли. И Володьке тоже, друзья. Никого не обделяем. Да, зайка? Все наши. Так. Завтра еще чуть-чуть намаль. Ну, бочку еще завтра надроблю. Я думаю, должно нам полегчать уже завтра. Сегодня, как я говорю, обязательно нужно сделать компресс. Да, сейчас, девчульки, сейчас. Сейчас Катя вам даст. Все ждут. Ждут. Мы уже хотим, ну, наверное, сходим за у одной, у той первой утки надо глянуть, да? Сейчас можем все вместе. Мы, друзья, давно хотим уже посмотреть, видите, то хворь, то праздники эти, день рождения, блин, то теперь хворь лютая. Кстати, почти сразу сходим. Сейчас займем. Сейчас, друзья, Катя насыпет этим архаровцам. Они ждут молока все. Молока не будет, завтра будет. Не будет,
А, будет молоко, да? Будет, ждите, жди. Итак, будет. Сейчас будет молоко. Покажешь сейчас мастер-класс, как ты выпрыгаешь. Гляньте, гляньте, гляньте. Видите, не есть. Либо сыворотку ему надо. Ого, гляньте. Уже он достает вот сюда, гляньте. Гляньте, вот такая высота. Давай. Сейчас будет прыгать. На. Гляньте, гляньте, что творит. Он думает, что быстрее схватит. Быстрее схватит. Гляньте, гляньте, что творит. Быстрее схватит. Все. И эти тоже. И эти думают, что быстрее схватят. Когда? Завтра будет сыворотка творожка. Да, пойдем. А ты возьми свой телефон. Коты, кошки. Тайсон что-то аж расплакался. Зауважал. Зауважал нас. Мы єдині, хто це зробили, да? Цветочки. Да, будем пересаживать. Потому что разрастаются, да? Угу. Я даже сегодня, когда начал дробить там, ну, зерно, думаю, о, там мне так хорошо. Пошел травы докосил. Ну, уткам вот этой мелкой, что я говорил. Даже размотал переноску, это я уже ее смотал. Только что. А тут цвет отходит, да? Думал доделать это. А зачем тут цвет? Че он отходит? А, хорошо, ключ. Думал клетку поделать, но что-то плохо мне так стало. Я пошел домой, пообедали, и вот это вот только встали мы. Вот той утки, да? Все, выключаем? Да, выключаем. Та утка давно уже сидит, ну дней 10, наверное, как минимум. Сейчас посмотрим, друзья. Сначала достанет. Опа, вот тут нету никого. А не, сидит. Сидит, не видно ее было, да? Сейчас будет кусаться. А ну, уточка. Потому что, друзья, проверять надо обязательно. Если не проверить яйца, может быть беда. У нас уже так было. Помните, я той утки, которая мы думали, та не будем лезть, пускай она там сама разбирается. И ни одного цыпленка, а все яйца пропали. Так, все, яйца нема. А ну-ка, а ну выключай. Сейчас будем смотреть. Вот, пожалуйста, негодное яйцо. Пустое. Это тоже пустое. Я не пойму, что за... Вот это годное. Может, свежее поднесли? Нет, 10 штук у нее, зай. Да. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да. Это тоже негодное. Хм, что за новости? И это негодное. Это негодное. И это негодное. И это негодное. Я не пойму. И это негодное. Хм. Одно яйцо годное. Я не понял. Что делать, я даже не знаю. Одно яйцо годное. Угу. Друзья, достали еще у этой утки. Сейчас посмотрим, что у этой. То, что мне это не нравится. Что это такое? Из 10 9 не оплод. Она сейчас его так, выключу. Это годное. Вот он, цыпленок. Видно? Угу. Раз, на уточку. Ау, ау, ох, она и кусается. Раз. Это тоже годное. Годное. На, уточка. Ау, ох, она и кусается. Это тоже годное. Хм, на. Это тоже годное. Вот это уже совсем другой разговор. Годное. Ау. И это годное. Что ж это за новости? Это тоже годное, друзья. Гляньте, какой. Плохо мне видно показать. А, сейчас, сейчас, сейчас. И это годное, вот он. Гляньте, угу. Какие воробьи тут. Все годные. Раз. Вау! Утка, ох и кусается. Вот этот пропал. Видите, замер. Угу. Видно, он был живой, но почему-то замер. Раз. Хм.
Этот тоже годный. Уточка, та, ох, и щипается. Это молодая или старая эта утка? Годный. Гляньте, как щипается. Годное яйцо. Вот. Ау! Сейчас я посмотрю. Так, это годное. Я ей не буду ложить. Сейчас потом все вместе положу. Годное. И у этой годное. Хорошее. 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 А здесь все яйца хорошие. Я не понял, что это еще за новости. Что это может... Попробуем еще положить. Сейчас я эти положу за это. Ну я свет включу. Ох, она и кусается. На. Да не трогай, я наоборот тебе отдаю твои яйца. Ау! Ох, и больно кусается. Что с этой делать? Я не знаю, одно яйцо. Давай на пару дней еще положим их назад, наверное. Нет, зая, они уже не годные, точно. Вы знаете, как сделаем, друзья? Сейчас этой утке я... Блин. Ох, и больно она кусается. Я не понял, что это еще за новости. Все. Все, здесь нормально. Я даже не посчитал, сколько... Ох, 18, больно. По-моему, положил. Гляньте, как она меня покусала. Ты забрал, которая была негодная? Да, вот оно. Вот оно, неоплод. Ну, замерло, которое. Вот оно. 18, по-моему, штук. 18. Так, а ну давайте, наверное, и в это глянем, друзья. И мы сейчас, знаешь, что сделаем, за? Друзья, мы так немножечко подрастроились, но сейчас мы, знаете, что придумали? Вот в этих гнездах яйца лежат, сюда никто не лазит, я так заметил. Мы сейчас соберем все яйца, вот это яйцо заберем у этой утки годное. Оно, в принципе, одинаковое с этой. Все. Пускай это сидит на 19 штуках, а этой уточке, чтобы она не зря сидела, подложим сейчас вот эти. И мы через дней 5 сейчас запишем, когда положим. 5-6 дней, да лучше через неделю посмотрим. Потому что и уточка уже сколько просидела. Посмотрим, что это за яйца. Так, ну а эти все свиньи. Утка молодая, да? Может, дело в утке? Не знаю, Заня, все яйца не оплод. Не оплод, ну тогда не в утке дело. Ну да, тогда вот так. Ну так, а чё в той оплод полный? Все, даже это оплодотворённое, друзья, оно просто замерло. Так, сколько я ей там подкинул, даже не посчитал. Ну ладно, пускай она разберется. Так. Я думаю, ей можно столько, да? На уточку тебе. Так, на уточка, на. Вот так, о, на, я думаю, она разберется. Так, да, вот эти все яйца, пускай они будут здесь. Она в шоке от такого количества. Все, мы видишь, даже тебе лучше, больше кинули, уточка. И давайте сейчас, друзья, я достану у этой утки и этой сразу заодно глянем. Доставай, выключу потом свет. Да, сейчас я достану. Сколько здесь? Посмотрим. Это вообще не кусается. Так. Опа-на. У этой что-то раздавилось. Что за утки, я не понял. То ли яйцо какое-то раздавленное, потому что замазалось. Собирает себе. Да, яйцо раздавленное какое-то. Это что за новость? Это молодые утки какие-то непонятные. Сейчас еще посмотрим. А ну за сколько тут смотрю? 3, 7, 10, 13, 16. 16. Так, выключай, Зай. Сейчас. Свет. Это годное. Угу. Есть годное на уточка. Это тоже годное. Есть. Это годное. Есть.
Это тоже годные, друзья. Есть. Это тоже годные. Здесь годный, но он слабенький какой-то. Пускай лежит. Это не оплот. Не оплот. Годный. Смотрите, какой красавчик. Не оплот. Годный. Замерло. Или нет, он маленький тут. Есть, но маленький. Посмотрим. Если что, уток много сидит. И если какие-то не будут вылупляться, будем подкидывать. Угу. Так, годные. Так. Этот тоже, видите, маленький. Два яйца. Это годные. И это годное. Так. Получается 14. 14 годных, да? Угу. Все. Так, вот это не оплот, свиньям пойдут, а это не годное. Вот, надо было раньше сделать, но вы видите, мы давно хотели, друзья. Вот это все свиньям. Давай я приду, соберу потом с ведром. Да, да, вот это. Пускай. А это в яму. Ну, друзья, а что делать? Вот так вот, вот такая ситуация, видите? Надо было раньше сделать, но она на тех яйцах посидит, я же говорю. Мы сейчас запишем, посмотрим. И уже что-то будем решать. Потому что здесь тоже она, видите, сколько уже нанесла? А ну, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 штук уже. Это которые видно. Здесь утка тоже скоро будет садиться. И сюда начали нести. Угу, угу. На, девчонки, на, кабан, на. Всем по чуть-чуть травки на ночь. И сейчас, друзья, забрали яйца. Вот, получается, не оплод. А ну-ка, 3, 6, 9, 11 штук не оплод. Я не знаю, что там за утка, посмотрим. Ну, им, я думаю, понравится. Девчульки, на. Девчульки, на. На, схватила. Там кто-то орёт. Сейчас дам. Всем по одному. И завтра еще тоже будет. На тебе целиком, на. Вот, вон упал. Да вон лежит. Гляньте, вон. Пятак. Не видит. Ай, раздавилась. Вон, собирай. Вот не видит. Гляньте. Да снизу. Вот, увидит. Дошло наконец. Давайте я ему еще одну дам, пускай ест. На, еще тебе. Ну, друзья, для нас то, конечно, новость такая плохая, что утка сколько просидела на пустых яйцах. Зато им всем нравится, свиньям, что яйца плохие. Ну, неоплодотворенные. Ну, против природы не попрешь. Что-то у них там произошло, наверное. Я не знаю. Хотя, видите, у этих уток все четко. Что с этой уткой так? И нанесла 10 яиц только. Может, тут это молодая какая-то, первый раз. Кто его знает. Вот из-за чего я и говорил, что старые утки по-любому остаются, потому что они уже проверенные годами. Так что такие вот дела. Все, друзья.
Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.